Здорово, ребят! Сегодня что хочу показать. Как быстро приготовить и вкусно немножечко перекусить, когда очень мало времени. Вот взяли фарш, домашний называется. Здесь 50 на 50 свинина и говядина. Остатки леча, зажарочка, приправа с несколькими овощами. Вот. И сейчас я буду делать обжаренный фарш, а потом его можно с подливочкой, и потом его можно будет добавлять либо в пюрешечку, либо в макароны, кому что по вкусу. Но делается довольно-таки быстро. Поехали! Так, что вот у меня на плите? Я здесь порезал две луковицы колечками, как вы видите, вот, а в зеленой кастрюлечке борщ. Вот, здесь порезал лук, две луковки. Налил немножечко масла, бросил туда лук, и вот сейчас он припускается до золотистого цвета. Когда лучок подойдет, я выложу сюда фаршик. Ну и дальше вы все увидите. Так, что еще хотел сказать? Вот смотрите, лучок мы с вами обжариваем. Сейчас он стал уже мягкий. Если вы хотите, можно довести его до более сильного прожара, да, то есть когда он станет уже золотистым или начнет уже темнеть. Но я не хочу этого делать, я хочу, чтобы лук был более мягкий. Я просто люблю вот такой обжаренный лук. И поэтому я сейчас буду добавлять уже сюда непосредственно другие компоненты. Ну, смотрим. Ну что, смотрим. Вот лучок у меня стал уже очень-очень мягкий и уже начинает подрумяниваться. Я теперь добавляю для обжарки сюда мясо, фарш. Но хочу обратить внимание, что соли я еще не добавляю, просто добавляю фарш. Все, добавили фарш, и теперь мы будем его обжаривать вместе с луком, и как раз в процессе лук станет уже более обжаристым и привлекательным, и заодно отдаст все свои соки мясу. Продолжим. Так, вот я загрузил сюда фаршик. Теперь, так как там большая доля свинины, ну как 50 на 50, он еще даст свой жир непосредственно в эту кастрюлечку. И будет уже обжариваться и с маслом, и жиром. Значит, когда это будет готово, я покажу, и мы продолжим. Так, продолжаем. Ну вот, смотрим. У нас уже здесь начинает поджариваться. Но смотрите, с ложки еще капает сок, да? Вот это вот жир, сок луковый, с мяса водичка, которая осталась. Но ее практически уже нет. То есть уже видите, что фарш практически подходит к состоянию готовности. Но нам это еще не нужно. Что мы делаем? Я беру зажарочку вот такую. Вот здесь вот, ну, осталось у меня, наверное, ну, чуть больше четверти пакетика. И я сюда ее высыпаю. Заметьте, не добавляю еще пока ни воды, ничего. Просто высыпал остатки вот этой вот зажарки. Для тех, кто считает, что все специи в пакетах зло, потому что в них какой-то там страшный глюконат поселился. Ой, ребятки, даже не хочу обсуждать это дело, потому что я уже говорил, мы все на это подсажены. Вот. И во всех сейчас продуктах, которые вы покупаете и едите, уже есть все эти добавки. Вот. Поэтому здесь в зажарках подобного плана действительно очень много натуральных продуктов, и поэтому не стоит на эту тему даже заморачиваться. Вот. Я сюда высыпал, перемешал, и теперь ставлю опять же обжариваться уже с этой зажарочкой. Продолжаем. Ну вот, что у нас получилось. Смотрите, вон там все кипит и шкварчит. Фаршик уже обжарился. В принципе, это уже готовое блюдо. Вот если вы отварите макарончиков со своими любимыми приправами, добавляете сюда фаршик, ой, отличная вкусная вещь, еще сверху какой-нибудь соус, пачки оближешь. Вот. Но я сейчас делаю с подливкой. Почему? Ну, планируется просто картошка готовится, и поэтому я делаю с подливкой. Вот здесь у меня остатки леча, и я теперь их добавляю сюда. Значит, хочу еще сказать по поводу того, что я добавил сейчас зажарку. Вы можете просто, если кто противник всяких зажарок магазинного применения, вы можете просто-напросто на отдельной сковородочке пожарить лучок, морковку, чуть-чуть добавить чесночка, вот, и у вас получится своя зажарочка, которую вы бросите уже в фарш. Вот. Ну, я делаю так. Значит, теперь я добавляю сюда перец из леча с томатами, да?
А не мудрство и лукаво. Вот так беру сюда, раз, там мата, там туда, вот это все шарахнул, вот так вот, чтобы оно было у меня. Вот, там оставалось сколько у меня, полбанки, наверное. И я сюда это все смело, никого не боясь, добавил. Вот, все, и перемешал. И теперь вот смотрите, так как у нас уже был обжаренный там фарш с луком, я соли не добавляю, потому что соль была в зажарке, значит, в лече есть своя соль. И теперь я обжариваю, уже когда сюда добавил лече. После того, сейчас как у меня это немножечко обжарится, я добавлю сюда сметанки. Вот, смотрим, вкуснотища какая получилась. Вот, обжаренная мяска получилась. Я тушил до состояния, чтобы перец стал мягкий. Все, вот уже появилась та подливочка. Теперь что хочу сказать. Вот это уже самостоятельное блюдо, как я уже говорил. Вы можете добавить его в картошку, добавить его в макароны. Но если вы еще предварительно отварите рис, и уже вареный рис сюда добавите и протомите, ну буквально там 5 минут вот в этой смеси, вообще обалденная штука получается. И нажористая, и вкусная. Вот. Но я буду еще продолжать. Сейчас я добавлю сюда еще сметанки, потому что мне нужно много соуса, потому что мы все-таки решили готовить картошку. А картошечка, чтобы не была сухой, требует обильного соуса. Так, вот теперь мы берем сметанки и добавляем сюда, ну, я добавлю сюда 3 ложки. Ибо сметаной ничего испортить нельзя. Ну и перемешал. Кстати, сметана иногда убирает хорошо, вернее, убирает не иногда, она убирает соль излишнюю, да? Вот если вы, допустим, где-то что-то пересолили, если вы добавите сметанки, то она частично соль берет. Я еще что хочу сказать, что нам нужно много подлива. Если вам этого не нужно, достаточно ограничиться этим. Вот, но я добавлю сюда кипяченой воды. Вот, перемешал это все. Вот. И поставил томиться дальше на печку, закрыв крышечкой. Ну вот. Булькается эта штуковина. Помешали ее. Вот. Еще хочу сказать, что для тех, кто любит пожиже вот это все, да, вы можете использовать это как бульончик. Очень вкусно. Если добавить сюда отварной рис, будет вообще очень здорово все это вместе перемешать. Но это идет и как подлива, и как самостоятельное. Вот мы взяли вот здесь вот, зачерпнули. Во, получилось у нас вот оно. Мясо вот это все, да? Для тех, кто любит пожиже с бульончиком, кому со дна погуще, пожалуйста, берем и едим. Вот, вот и все. Приятного аппетита. Ну что, вот у нас сварилась картошечка. И мы берем ее и вначале очень хорошо переминаем. Самое главное, чтобы не осталось никаких комочков. Все, вот картошку помяли. Теперь что я сюда добавляю? Я добавляю вот такой кусок сливочного масла. Можно добавить и побольше. Давайте, наверное, даже добавим еще чуть-чуть. Такой кусочек. И мы опять же переминаем пюрешечку, чтобы масло полностью в ней разошлось. Вот теперь мы берем и добавляем сюда сырое яйцо. Значит, что хочу сказать, что в сырых яйцах существует такая проблема с сальмонеллез, да? Нужно помнить четко, что данная херня убивается при температуре 46 градусов. Температура сваренной картошки гораздо выше. Поэтому, если мы сюда это все дело добавляем, ничего опасаться с этой стороны не надо. И точно так же мы все это дело перемешиваем. Пюрешечка получится замечательная. Вот, смотрите, какая консистенция вообще. Классная. Все, мы сделали, смотрим. И теперь я беру стакан, кружечку молока и выливаю ее сюда. Молоко было кипяченое, то есть я его разогрел и потом добавил. И теперь смотрите, что происходит. Вот, казалось бы, вроде бы много жидкости это всего, да? Вот, но когда мы начинаем взбивать всю эту смесь, сейчас мы вначале ее размешиваем,
Вот так. А теперь начинаем вот так взбивать. Смотрите, какая замечательная получилась пюрешечка. И вот в нее мы как раз и добавим тот фарш, который мы с вами готовили. Никаких комочков, ничего. Только очень вкусное картофельное пюре. Рекомендую. Вот, обратите внимание, картошечка готова. Ее можно уже сейчас кушать. Но лучше сделать так. Если вы сейчас накроете ее крышечкой и уберете в теплое место, накрыв ее чем-то сверху, полотенцем, пледиком и так далее, и буквально дадите настояться 5-10 минут, она будет гораздо вкуснее. Попробуйте. Вот, и вы поймете, про что я говорю. Вот. Что когда вот все те компоненты, что мы сюда добавили и перемешали, им нужно между собой объединиться. И вот вам буквально нужно 5 минут подождать, чтобы это было закутано в тепло, в пледик какой-то, накрыто чем-то. Вкус будет совершенно другой. Попробуйте, вы поймете. Ну, как-то так. Ну, все. Вот мы подготовили. И теперь пришло время покушать. Вот. Ну, показываю еду для мальчиков. Почему? Самое главное выловить куски мяса из самой кастрюли. Вот. Смотрим. Опаньки. Ай, как здорово. Набрали кусочки, положили сюда. И еще залезли в кастрюлю, поискали еще кусочки мяса. Нашли. Положили. Так, теперь смотрим. Берем со дна пожиже, называется так. Чтобы было капустки, картошки побольше. Глядишь, еще кусочек мяска появится. Укладываем сюда. И доливаем сверху бульончика. Ребят, просто хочу, что хочу сказать, что если я хочу попить чаю, я попью чаю. Но борщ я люблю нажористый, чтобы было что есть, а не одна водичка. Но это еще не все. Теперь мы берем баночку сметанки, достаем богатую ложку и добавляем его сюда. А потом думаем немножко, берем еще одну ложку сметаны и добавляем ее сюда. А когда мы это все перемешаем, это будет безумно вкусно. Советую попробовать. Так, продолжаем. Это мы сделали с вами первое блюдо. Но мы же с вами делали еще и картошечку, пюре. Это у нас пойдет на второе. Здесь уже кто сколько может съесть и любит это есть. Положили. Хочу еще раз показать. Вот это то, что мы с вами приготовили на плите. Это фарш, перец, лук и все компоненты, нами очень любимые. И теперь что мы делаем? Мы накладываем себе в тарелочку. Вот. Это фарш со специями. Теперь мы украшаем его соленым огурчиком. И добавляем сюда помидорчик в собственном соку. А если мы это украсим еще сверху и зеленью, это будет вообще божественное блюдо. Ребята, приятного аппетита. Вот и все. Как-то так. Да, совсем забыл. Ребята, вот постфактум, что
Тарелочка для мужиков должна быть объемной. Ну, желательно зеленого цвета, потому что мы все-таки выживальщики, поэтому зеленый цвет нам более близок. Но она должна быть глубокая, емкая, чтобы сразу покушать и получить то состояние сытости и комфорта, к которому мы все стремимся. Для избранных, если мы добавим сюда вот этот компонент, то это только улучшит наши кулинарные способности. Но перебарщивать не надо. Вот и все. Пока.